начнут? Когда? Салют всем, добро пожаловать на канал Хижина Музыканта. Меня зовут Раиль Арсланов. И сегодня я хочу попробовать новую для моего канала рубрику под названием «Сколько заработает уличный музыкант в Казани?». А подыгрывать мне будет местная группа «Семья», чтобы звук был еще мощнее. Ссылочку на ребят оставлю в описании под видео, чтобы вы могли пригласить их на свадьбу или на любое ваше мероприятие. А теперь время поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Если это видео набирает 100 тысяч лайков, я отправляюсь в следующий ваш город, чтобы снять данную рубрику. Напишите, кстати, в комментариях, в каком городе вы бы хотели видеть меня. Обязательно досмотрите видео до конца, именно там вы узнаете, сколько же денег мы заработали на самом деле. Ну а сейчас погнали играть музыку и поднимать людям настроение. На одной из старых дач за столом большим и шумным речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. С перебитым носом пьяный по дворам нужно расстаться нам. Но на время, значит, не надолго, и на неделю, и точно не навсегда. Семья и не минуты. Но чтоб не распадаться нам, нужно вам поменьше слушать. Какой не пью, какие дела, с чуваками спор не откладывай никогда слова. Пацана, не понять тому, кто не бежал от местных. С перебитым носом пьяный по дворам нужно расстаться нам. Не на время, значит, не надолго, не на неделю, точно не навсегда. Друзья, лето в этом году радует жарой, так что у меня появился повод снова устроить себе шопинг на все майки. Решил взять себе вот такой вот комплект. Футболочка, шорты, которые, кстати, подчеркивают мои красивые волосатые ноги. Но самое главное, посмотрите на этот принт. Этот дедушка явно не оставит равнодушным никого из прохожих и поднимет всем настроение, да еще играет на гармошке. А гармошка — это сейчас тренд. А кто запустил тренд на гармошке? Понятно, что я. В общем, одежда очень классно села, порадовала меня качеством. А это казанка. Знакомьтесь. На Всемайке огромный выбор принтов на разные темы. Музыка, кино, аниме, мемы. И всегда знайте, что можете воспользоваться конструктором, где можете сделать свой авторский принт, как это сделал я. Здесь вы также можете заказать хлопковые вещи без принтов, чтобы пополнить свой базовый гардероб. В общем, используйте QR-код или кликайте по ссылочке в описании, чтобы попасть на сайт. Не забудьте воспользоваться промокодом, чтобы получить 15% скидку. Погнали дальше. Ты
кубики кружилась эта валя. На заднице мне замер папа, пыль в радиусе метров царился жесточайший хаос. Но всем понятно стало, сильно остался без диплома. Боже, как хотел я увидеть свет, и так посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить вдали, я выбираю жить вдали, я выбираю жить вдали, я выбираю жить вдали. И в моем рюкзаке пару плаек носки, и пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит, и у вас получится. Боже, как хотел я увидеть свет, считал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в горе, я выбираю жить в горе, я выбираю жить в горе, я выбираю жить в горе. Любите группу «Король и Шут»? Лесник песня. Выбился из сил, и в доме лесника я ночлег эту просил. Улыбкой добродушной старик меня пустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! На улице темнело, сидел за столом. Старик сидел напротив, болтал о том о сём. Что если без животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Теперь поете только вы! Татарскую споем, потому что Татарстан находится самую знаменитую песню.
gönle yaz kirdi bu dedi şol şaşın dur senden ustanma yaz dile Поете только вы. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет. И опустится плавно на пол все твое белье. И биение сердца пыла еще адским огнем. Ты со мной забудь обо всем. Эту ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и вижу, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Плавно качнется в ночи. Слышишь, как мое сердце стучит. Два пылающих тела сольются в ночной тишине. Поете только вы. Thank you.
Ну, дальше немножко, наверное, грустный момент. Вы все знаете, что ушел из жизни Юрий Шатунов, поэтому почти память споем его одну песню, но не «Белые розы», а песню детства. Детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Возьми Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, Наташку дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашних забияк. Мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Разнит Наташку, дергать за косу, на самой окраине мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Разнит Наташку, дергать за косу, на самой ты куда ушло, где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать, остается только вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Тазнит Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, программа. По ней мы двигаемся. Дальше еще более мощная песня. Порнофильмы, я так соскучился. Петарды сердец, стенка за стенкой, душа за душою, тоска тянет болотную кровь заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Белосердечко
гордые льды. Наши тела вы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли оставить следы. Все вместе. Дайте мне белые крылья, куда пою в омуте. Через темные провода мне бы только в нем мучиться. И за секунду проносится ночь, но вечностью черная разлука брушится вновь. Так почему же мы все разбегаемся прочь, зная, в каком направлении наша любовь? Стали как зеркала. Видеть тебя и все чаще себя узнавать. Нитью незримой нас намертво шила игла. Так больно, когда города нас хотят разорвать. Моя секция на этом закончена. Спасибо большое, что пришли. У нас будет возможность пообщаться и сделать фото. Спасибо огромное. Еще увидимся. Музыка Раэля убивает на повал. Да, словно выпускной. Пока молодой, пока молодой. Двигай за мечтой, двигай за мечтой. Еще не поздно. Пока молодой, все верим на год. Бумажки и переводы. Итого мы заработали 14 тысяч рублей за полтора часа игры. Если бы мы продолжили, конечно же, сумма была бы намного больше, потому что мы только-только разогрели народ. Все подтянулись, начали петь. Дальше наша встреча плавно перешла в фотосессию и общение, поэтому я не жалею. Многие просили давно уже сделать что-нибудь в Казани, потому что я там прям очень редко провожу концерты и встречи. Не забудьте поставить лайк, обязательно подписаться на мой канал. В это непростое время, когда нет монетизации, единственное, что от вас прошу, это подписаться на мой телеграм-канал и на мой YouTube-канал. В комментариях напишите, какая песня вас затронула больше всего. Всем желаю добра, позитива и любви. Увидимся. Пролетаем поворот мимо и все. И скоро повезет, значит, во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Ярко-красной полосой, обрати взор. Обрати взор, обрати взор. Неожиданно.